Телеканал КРТ представляє. Закон – це справедливість, що возведена в абсолют, а ціль існування держави – це забезпечення щасливого добробуту кожної української родини. Але від наших чиновників ми звикли чути, що закон – це вони. В ефірі програми «Презумпція винуватості». З вами я, її ведучий Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий. Вітаю вас. Мир вам. Як працює правоохоронна криша, так звана, можемо переконатися на прикладі пані Гінсбург, начальниці Департаменту охорони здоров'я у Кличка. Чи вдалося добитися у правоохоронців реакції на відсутність фінансування двох лікарень в місті Києві? Зараз будемо з'ясовувати з паном адвокатом, як, в принципі, справи в нашій чиновниці і яким чином правоохоронці реагують на ініціювання кримінальних справ щодо цієї особи. Дела у нашей чиновницы госпожи Гінсбург пока в порядке. И есть реакция, конечно, наших дорогих правоохранителей. Реакция никакая. Вернее, она была, эта реакция. Во-первых, мы обратились в национальную полицию. Мы написали заявление прямо под кабинетом госпожи Гінсбург. Мы должны напомнить нашим зрителям, что мы боремся за сохранение двух больниц. Это Киевского перинатального центра и Киевского института мікрохірургії Глаза. І ми це робимо ще тільки для того, щоб не тільки для того, щоб рятувати ці дві клініки, але щоб інші клініки могли теж по такому самому шляху теж піти. І інструкція щодо цього була б дуже доречна, мені здається. Але все ж таки ще треба трохи часу для того, щоб підготувати цю інструкцію. Ще, да, немножко нужно чуть-чуть времени для того, щоб повністю відкатати юридичний механізм, поскольку врачи, как правило, не юристы, да вернее, вообще не юристы, поэтому им очень важны пошаговые материалы, потому что то, что кажется нам очевидным, для многих людей, которые являются непрофессионалами, такими очевидными вещами не являются, да, логично. Так вот, есть реакция у нас. Во-первых, есть реакция с национальной полицией. Национальная полиция изучила предоставленные материалы и пришла к выводу, что никакого состава преступления в действиях госпожи Гінсбург нет. Но учитывая, что происходит у нас сейчас в национальной полиции и чем они заняты, то мы должны благодарить Господа и высшие силы, что мы вообще ушли с национальной полиции живыми и сохранив свою мужскую честь. Не побоюсь этого слова. А яким чином, в принципі, можна тоді говорити про те, що це поліція? Якщо я не помиляюсь, ми надали документи, які підтверджують протиправні дії Департаменту охорони здоров'я. З вашої точки зору, чому вони не реагують на такі явні, фактично підтверджені документально прояви зловживання владою? Ну, в українській юриспруденції є такий феномен, як юридична чорна діра. Тобто є определенний пул лиц, либо организаций. Вот что бы ты на них ни находил, куда бы ты на них заявление ни писал, что бы ты с ними ни делал, все пропадает как в черную дыру юридическую. Их не видят ни правоохранители, ни суды, ни политическое руководство страны. К таким черным дырам я отношу, вот, допустим, Стерненко, да, вот что-то не делай, к этому человеку ничего не липнет в плане уголовного преследования. Розенблат, про него кино целое сняли, ничего к нему не липнет. И госпожа Гінсбург как бы относится к пулу таких лиц. Написали мы также обращение в Государственное бюро расследований. То есть за наши с вами налоги путем глобальных юридических реформ была учреждена специальная контора. Цель этой конторы была, во-первых, забрать у Генеральной прокуратуры досудебное предварительное следствие и расследовать дела против топ-чиновников. А, це так звана НАБУ, яка... Не-не-не, НАБУ это по борьбе, это Государственное бюро расследований, ДБР, украинскую мову. Да, у нас наплодили столько всяких структур, что грех в них не путаться. Я сам когда-то учился на юриста, но тоже в них путаюсь. Вот, так и они сами в себе путаются, вот. Мы обратились вот в это бюро расследований, потому что мы считаем, да так и есть, ну, заблокировать финансирование больниц можно только на уровне топ-чиновников, это господина Кличка, Гінсбург, его заместителей. И вот мы написали заявление о преступлении, где изложили суть. Однако мы получили с Государственного бюро расследований письмецо. Это не процессуальный документ, где оказывается, там некто спеціаліст, а он керівник головного слідчого управління Микола Арманов. Так ось, цей Микола Арманов розглянув наше заявлення про преступлення, написав, що питання, порушені у зверненні, не відносяться до компетенції Державного бюро розслідувань. Я не знаю, як відбирають ось цих Микол в Державне бюро розслідувань. Треба буде, кстати, подивитися, хто є руководителем їх кадрового департаменту. Во-первых, уважаємий Микола Арманов, или вы читать не умеете. Мы написали заявление о преступлении. Заявление о преступлении рассматривается согласно Уголовно-процессуального кодекса. Откройте, пожалуйста, этот кодекс, почитайте его. Так вот, уважаемый Микола, звернення, согласно закону про звернення граждан, мы не писали. Мы писали заявление о преступлении, где четко указали, что считаем, что руководители города виноваты в этом. Так вот, согласно вот этой статьи 216 Криминального процессуального кодекса, кстати, криминального написано с маленькой буквы, пожалуйста, пройдите курс деловой украинской мовы, вам расскажут, что... Да. Кстати, господин Микола, еще забыл. Вы в курсе, что Конституция Украины, Конституция, пишется с большой буквы, потому что это основной закон. Вы вообще уважаете Конституцию или нет? Так вот, уважаемый Микола, пожалуйста, вернитесь в первый... сейчас не надо возвращаться в первый класс. Сейчас для таких Микол и их детей проводятся телеуроки. Подождите, Дмитрий. Так. Пусть выучатся грамотно писать, не говоря уже о юридической части. Ясное дело, что пересыл вот этого наших материалов в... органи національної поліції. Який шлях оцих документів? І от з вашої точки зору, чому така реакція ДБР? Ну, мы уверены, что срабатывает так называемая юридическая крыша. Мы все знаем, что украинские чиновники, оккупационная власть и также вот эти их выродки, да, выродки – это чешского слова «дети». Вот эти вот выродки этой реформы, они повязаны, их задача не охранять меня, вас, граждан Украины, наше здоровье, благополучие, а охранять Кличка и госпожу Гінсбург, то есть их благополучие, чтобы их темы, схемы отлично работали. Кроме того, когда работают темы, схемы, перепадают как бы с барского стола крошки зеленого цвета, бумажные, конечно, всяким миколам из ГБР, которые писать не научились, занимая такие высокие должности. Але якщо, в принципі, отак от проаналізувати, я думаю, що тут ми бачимо класичний просто приклад такого формату, що закон не один для всіх. Тобто є люди-чиновники, які дуже забезпечені, в яких все добре, в яких є адвокати, яких знають в правоохоронних органах, тому що я так розумію, що там і в темі, і в долі. А є інші громадяни України, на яких все ж таки закон працює трошечки по-іншому. І ми бачимо все ж таки, що фактично фінансовий сенс такий є, що якщо є гроші, якщо є вплив, є зв'язки, тоді законодавство працює не так добре, як хотілося б. А якщо ми дивимося на простих громадян України, тут, я думаю, що не тільки б кримінальну справу завели, а ще, мабуть, вже і посадили б за цей час. А у нас просто навіть відмовляються систематично, що в поліції, що в ГБР приймати заяви щодо цієї чиновниці. Да, они уклоняются даже от того, не то, чтобы уголовное дело завести, они уклоняются от того, чтобы проверочку. Ну, про украинский закон можно долго читать лекции. Ясное дело, что это воля правящего класса, а правят в Украине явно не народ Украины. Поэтому и закон как пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно, и лепится это в сторону правящего класса. Нас послали, и мы пошли в суд. И вчера все-таки состоялся Шевченковский суд, где мы обжаловали вот эти неадекватные письма, которые даже не являются процессуальным документом. И Шевченковский суд все-таки нашу жалобу удовлетворил и обязал Государственное бюро расследований внести ведомости в единый реестр судебных расследований. В связи с перегруженностью судов, конечно, судебное решение будет изготовлено немножко потом, но оно... Але теоретично, я думаю, що це гарна новина для пані Гінсбург, тому що вже є рішення суду, і по цьому рішенню суду буде внесена кримінальна справа, і потім ми будемо спілкуватися з паном Миколою та іншими Миколами для того, щоб вони не забували розслідувати цю, я вважаю, дуже таку делікатну кримінальну справу щодо закриття наших українських лікарень. Мы сделаем подарочную упаковку, купим красивую открыточку, запакуем туда это судебное решение и с дарственной надписью от Дмитрия Васильца, поскольку вы являетесь представителем Андрея трудовых коллективов и адвоката Гожева, отправим, ну не знаю, какой там сейчас праздник ближайший будет, может какой-то очередной нацистское день рождения, что они там сейчас празднуют, там, или устав... И отправим в департамент охраны здоровья. Пойдем лично вручим. Ну, что отправлять? Прогуляемся, еще раз прорвемся сквозь баррикады. Ну, буду полицию вызывать. Ну да, сейчас опасно с полицией связаться. Отправим почтой, все. Нечего Бога гневить. Добре, тоді йдемо далі до інших тем. Я думаю, цю тему ми ще будемо у наступних наших програмах теж підіймати. А якщо, в принципі, от, все ж таки подивитися на ситуацію України трошечки з іншої сторони, от, чи були політичні репресії проти журналістів за часів Порошенка? Питання риторичне, на яке існує безліч відповідей в доповідях ООН, ОБСЄ, Європарламенту та чисельних правозахисних організацій. Що змінилося при Зеленському? Давайте проаналізуємо. От, пане Андрію, от бачите, яка гарна новина, що аж 200 чимось... 207 агітаторів, розпространителей фейкової інформації про коронавірус выявила наша служба Бакланова Украины, то есть СБУ. Вот давайте обратим внимание. Весь мир сейчас страдает от пандемии коронавируса. Кто-то верит в пандемию, кто-то не верит. Дело такое. Однако последствия мы видим. Мы видим и смерти, и закрытие границ, и прочего. Что делают страны нормальные? Да, те, которые не устанавливают рекордные трезубцы из сала. Нормальные страны вложили деньги в лаборатории, построили медицинские институты и коронавирус изучают. Поскольку он является вирусом мутировавшим, он поэтому называется COVID-19, то есть поскольку является одной из мутировавшей разновидностью. Да, как говорят, кто-то там съел летучую мышь и заболел коронавирусом. Есть такая теория. Есть такая теория. Поэтому что нужно? Его изучить, понять его происхождение, доподлинно понять его распространение, как он вызывает летальность и прочие другие факторы, которые изучают биологи. Я вот лично сам в Фейсбуке проходил опрос по коронавирусу, то есть, потому что Фейсбук говорит, помогите нашим университетам. То есть о коронавирусе толком никто ничего не знает, и мы потихоньку получаем информацию. Однако у Баканова, видно, есть секретная лаборатория. Они уже знают все о коронавирусе. Поэтому они могут отделить, что является фейком. Вообще, я не понимаю вот эту любовь неучей к иноязычным словам. Что, нет украинского слова «фальшивка» или русского слова? Ну, я понимаю, когда слово «фейк» используют журналисты. Ну, это инше питание. А вот если разобрались... Нет, есть юридический язык. Вот не, Дмитрий, это не инше питание. Это юридический язык. Вот как ты слово «фейк» сунешь в уголовный кодекс? Что такое фейк, а что такое не фейк? Где юридическое объяснение? Вот в чем вопрос. То идем дальше. Подождите, 207 случаев они выявили, среди которых они 70% скинули на органы национальной полиции материалов, а также возбудили уголовные дела за покушение на территориальную целостность Украины. Подождите, 207 оперативникам, если мы посчитаем, что один оперативник один день занимается одним фейком, это 207 человека дней. Постривайте, але я знаю, що таке кримінальна справа, і там за один день такий об'єм документів неможливо підготувати. І давайте говорити чесно, що там потрібно, щоб з одною кримінальною справою працювало 2-3 чоловіки. І це вже явно не один день. А щоб отримувати всілякі дозволи, ну це як мінімум 2 тижні, якщо дуже швидко це робити. Да, ну хорошо, спасибо за исправление, но мы хотели по минимуму посчитать. Да, вот сколько человека дней надо. Они жалуются, что самая минимальная зарплата у опера, лейтенантика, да, свеже как бы посвященного в доблестные борцы с Путиным, 12 тысяч гривен в месяц. То есть теперь мы посчитаем, что они миллионы, да, если мы возьмем оперов, следователей, потратили на борьбу с фейками. То есть дальше... Ні, ви ж просто забуваєте, що там є ж і суди, є і прокурори, які теж отримують зарплатню, вони теж витрачають час для того, щоб займатися цією ахінеєю. Тим більше, в чому заключається ця робота, Дмитрій? Сидить опер, слідчий, прокурор і листає соцсети? То есть он за мои деньги сидит в Фейсбуке? Возьмите меня в СБУ, пожалуйста. Я тоже хочу сидеть в Фейсбуке, смотреть постики, лайкать котиков и получать за это деньги. И заодно разоблачать фейки. То есть Баканов, а вообще самый главный у нас СБУшник, это, конечно, президент Зеленский, действительно превратил работу правоохранительного органа, усугубил в какой-то цирк. Є конкретний у вас приклад, яким чином працює СБУ і яким, до якого конкретно посту, чи в Фейсбуці, чи кого от, арештовують наші так звані войны с Путиным. Наши доблестные останавливатели черных орд со стороны Востока, конечно, скрывают, потому что все журналистское сообщество и люди говорят, ну покажите нам этих словленных по заданию России распространителей фейков с коронавирусом. И мы нашли для наших зрителей такого распространителя фейков про коронавирус. На удачный случай это оказался мой подзащитный. Андрей Георгиевич Лахтёнов, житомирский журналист, блогер, также отстаиватель интересов Украины на российском телевидении. Вот. Он чем известен, что его пытался и Пашинский в тюрьму посадить, его коростенская полиция закрывала, и Карась на него нападал. Это как раз та людина, яка от, має тепер претензію від СБУ, що він щось на те написав у Фейсбуці. А конкретно що? Сейчас мы к этому перейдем. То есть человек, чтобы вы понимали, лежит в больнице. У него разладилось здоровье. Лежит в больнице и поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась на Украине. И вдруг через пару дней к нему проходит звонок из полиции. Говорят, что по материалам Службы безопасности Украины вы у нас проходите как распространитель фейков по коронавирусу. Ну, соответственно, приезжайте, будем брать от вас объяснения, проводить следствие, расследование. А за что? И все прочее. Вот этот жуткий фейк, который распространил Андрей Георгиевич Лахтёнов. Добрый день. В ОТГ Житомирской области оригинально выражают благодарность и мотивируют врачей на борьбу с коронавирусом. Снимают доплаты врачам за интенсивность и ненормированный рабочий график. У нас коронавирус? У нас врачи на передовой в борьбе с ним. Мы должны выразить благодарность врачам за их труд. Нет, не слышали? На этом все и всего вам доброго. Вот за это Служба безопасности Украины хочет наказать Андрея Георгиевича Лахтёнова. О том, что врачам недоплачивают, говорит и министр здравоохранения, и президент, и губернатор, и все говорят. Так они тоже распространяют фейк про коронавирус? Что здесь неправда? Вот это один... Не-не-не, пане Андрію, постривайте. От, якщо брати наших чиновників, і в тому числі президента, він каже, що повинні бути доплати медикам, але чомусь немає. Ну, це інше. А, я понял. Деньги шли-шли і потерялись. У нас девіз реформи медицинської – це гроші йдуть за пацієнтом. Вони просто не наздоганяють пацієнта. Вони все йдуть, а просто не наздоганяють. А медиків тим паче. Тобто, якщо ще пацієнтів хоч періодично вони наздоганяють ці гроші, а з медиками інша ситуація, і дійсно там проблема з цими доплатами, і... Я так розумію, що дуже бентежить Службу безпеки України, виходячи з цього посту, що інформація про недоплати медикам виходить все ж таки в публічну площину. Є логічно, якщо припустити, тобто, я так розумію, якщо от вірити нашому гаранту, він каже, що на місцевому рівні десь ці гроші зависли. Я начебто бюджет видав гроші, а на місцевому рівні зависли. Якщо логічно дивитися на обласне СБУ, це Житомирське СБУ обласне, ми тоді, я думаю, що можна припустити, що вони і в темі, і в долі щодо розподілу цих грошей. І таким чином Якщо ці гроші якісь чиновники вкрали, їх покривають при цьому теоретично СБУшники, і тоді їх дії логічні. Тоді Служба безпеки України в Житомирській області просто відстоює свої комерційні інтереси. І тоді от таких от, як то порозіки, негодяїв, звісно, треба з їх точки зору притягати до відповідальності. Але де при цьому логіка і чи є вона якась інша? Можливо, ну, от, з точки зору здорової, звісно, психічної людини, от ви як адвокат, бачите якусь іншу логіку у конкретно цьому дописі у Фейсбуці? Значит, логика и Зеленский идут по параллельным дорогам, а, как говорил Евклид, параллельные прямые в нашей вселенной не пересекаются. Но мы не можем оспорить постулаты математики. Я вам больше скажу, что Зеленский говорит, деньги зависли на местном уровне. А кто назначает губернаторов и глав районных администраций? А, Зеленский, ты смотри, ох ты, ё-моё, у кого же они тогда зависли? Угу. Вы понимаете, когда Зеленский получает свежую дозу новостей, он должен задуматься. Глава Житомирской областной государственной администрации, господин Буничко, знаете кто? Бывший СБУшник порошенковский. Ты смотри, так СБУшники покрывают СБУшников. Дальше СБУ не задумается. Кстати, СБУ и национальная полиция, мы вам заявление написали про пропажу масок. Пожалуйста, ответьте нам что-нибудь. Вот, они не задумываются. Да, они не задумываются, куда пропали маски из госрезерва, куда пропали маски, закупленные президентом за деньги непонятно кого и отправленные непонятно куда. Они борются с Андреем Георгиевичем Лахтёновым, натравлює на нього поліцію. Ні, ну ви ж поставте себе на їх місце. Ну, я так розумію, теоретично вони поділили гроші, які повинні теоретично піти медикам. А вони пішли, з моєї точки зору, пішли не медикам. Не у ті кишені. А тут якийсь негодяй пише у Фейсбуці, що медикам не доплачують. Звісно, вони обурилися таким нахабою. І, звісно, якимось чином, от як от вони можуть притягнути його до відповідальності? Я думаю, що дійсно це пост, який заслуговує на те, що відкрили кримінальну справу проти Андрія Лохтіонова. Да-да, за подрив основ государственності і знасилування національної ідентичності. Знаєте, на все це же... Тут, якщо почитати, дійсно це так читається, виразно навіть. Так ми повинні піти далі. Этим всем не закончится. Полиция же начала проверку, начала вызывать на допросы моего подзащитного. А, как справа с проверками этими? Конкретно с этой очень интересная ситуация. Полиция подала запрос на больницы Житомира. Те сказали, конечно, это неправда, фейки, проклятая русская пропаганда, но доплаты нам сняли. Деньги мы не получили. А больницу в Житомире, вторую городскую больницу, закрыли на карантин. Как вам такое? Больницу на карантин закрыли. Короче, маразм кричает. Но... Я логику сейчас вам расскажу. Поскольку у нас вдруг неожиданно в Житомирской области случилась вакансия начальника службы безопасности, потому что бывший житомирский СБУшник был назначен сюда, в Киев, начальником города Киева и Киевской области. То есть житомирский клан. Житомирскому клану мы тоже передаем привет. Мы готовим по вас материал, по вашим грязным деньгам, по янтарю и про финансирование Порошенко. Но передаем все равно, чтобы они как бы готовили свои... Да-да, небольшой анонс для наших телезрителей. Поэтому... Нужны были первому заместителю, который крайне хотел стать начальником СБУ, господин Лысак. Он хотел стать начальником. Ему нужны были показатели, ему нужны были русские шпионы. То есть, ну, он должен... Муравицкий, Василець. Вот, ему, да, вот нужно... Лохтионов. Да, и сейчас что у нас в тренде, что у нас модно? В тренде у нас фейки про коронавирус. И он, наслушавшись госпожи Мендель, которая 3 года в коммуникациях и уже является пресс-секретарем президента, сказал, вдарим по фейкам. І, тобто, Лохтіонов – один з 207 людей, яким правоохоронні наші органи виписали підозри. Ну, они ему ничего не... Открыли криминальную справу. Нет, по Волоктьюнову, слава богу, поскольку он пользуется услугами самых лучших адвокатов, слава богу, все это закончилось, мы это дело прихлопнули. Однако я... Да и он уже парень жжёный, как бы, он прошел и не такие жернова, и ему там... Одна-две криминальные справы. Да, ему плюс-минус все равно. Поэтому, плюс он человек публичный. Он потом официально в своей газете поздравил нашего нового начальника СБУ, и по нем все притихло. Но... Але все ж таки, якщо от подивитися на ситуацію, тобто цей скандал виліз все ж таки в публічну площину, і ми бачили дійсно, що фактично дійшли все ж таки до медиків ці гроші. Тобто, теоретично, дуже гарно, в принципі, що були люди, які робили з цього приводу хоч якісь публікації. Звісно, люди, які не мовчали, вони просто б не отримали ці гроші. Наші медики досі б сиділи без грошей. Сиділи б без денег, без масок і без нічого. Но подвиг житомирских СБУшников не остался незамеченным. На него обратили внимание в Киеве. Сам президент Украины выразил благодарность за ловлю Лохтионова и назначил господина Лысака, который Лохтионова споймал, СБУшника, начальником житомирского СБУ. Вот это указ президента. Тобто, постривайте, тобто ця людина, Лисак С, він якраз проти Лохтионова ініціював кримінальне провадження. Ці матеріали, да. Но он был первым заместителем начальника СБУ. Он инициировал материалы, показал борьбу с коронавирусом, и президент, видно, в качестве благодарности за борьбу с здравым смыслом назначает господина Лысака начальником всего Житомирского областного СБУ. Поэтому теперь этот человек с горячим сердцем, пустой головой, с чем-то там... горящим и пустым, будет дальше бороться на благо президента Зеленского и... Ну, тобто, в принципі, я так розумію, що якщо такі люди очолюють Житомирське СБУ, тоді Путіну там точно не пройти. Да не, Путин, конечно, не пройдет никуда, и коронавирус не пройдет. Лысак, он лично остановил коронавирус, заградив его грудью от подлых журналистов, и все, коронавирус указом уничтожен на территории. Так вот, представлять же Лысака, вот этого вот, приехал сам Бакланов. Баканов. Баканов, извините, у меня дикция и проблемы. Да, господин Баканов приехал представлять Лысака и заявил, сказал, что для нас главное во время необъявленной войны, для нас главное это борьба за жизнь, здоровье и безопасность каждого отдельного гражданина и контрразведка. То есть вот как она осуществляется, эта борьба за жизнь и здоровье каждого гражданина. В то время как и грузят полицию, понимаете, это ерундой, во-первых. Полиция вместо того, чтобы расследовать вот эти люди, бродящие с автоматами, расстреливающие друг друга, любовь полицаев к изнасилованиям, вот видно, они перегружены делами, и хочется им как-то выразить вот эту свою любовь к гражданам. Дякую. Тоді йдемо далі до інших тем. Змінив Зеленський і очільника СБУ Києва та Київської області. Ним став Олег Головаш. Щодо цього командував СБУшниками в Житомирській області. Як кажуть, від перестановки місцями суми не змінюється. Але, вважаю, треба звернути увагу тут на дивну структуру. Називається вона «Управління Служби безпеки в Автономній Республіці Крим». Щось ми не чули, як ці славні воїни боролися за Крим і відвоювали його від Росії, виконували героїчні операції в Криму. А ось переслідувати журналістів – це улюблена справа. Поговоримо про справу відомого українського журналіста Володимира Скачко. Ну, тобто, пане Андрію, я знаю, що ви в матеріалі цієї справи і ви вивчали документи, які СБУшники підсунули в якості доказів вини цього журналіста. І як ви можете прокоментувати, в принципі, цю кримінальну справу і що там дивного? Ну, для меня удивительно, во-первых, знают ли граждане Украины, что у нас есть СБУ Автономной Республики Крым, прокуратура Автономной Республики Крым, и даже Аваков хотел сделать полицию Автономной Республики Крым. Я не помню, сделал он или нет. То есть, подождите, Крым де-факто оккупирован, да, Российской Федерацией, как нам говорят, то чем занимается вот эта контора дармоедов? По моему мнению, если у вас есть оккупированная территория, и у вас есть СБУшники и прокуроры, они взять должны оружие, перейти за перекоп, сделать там сеть партизанской борьбы, бороться за независимость. В то же время, когда в 2014 году россияне заходили в Крым, что сделали СБУшники и прокуроры? Обделались и убежали оттуда. А часть из них перешла на сторону Российской Федерации. Ну, я так разумею, 80-90. 80-90. А что сделали доблестные представители СБУ Украины тогда? Ну, если у вас не подчиняется вам СБУ Крыма, да, берите свое оружие и едьте туда, отстаивайте Крым. То есть эти люди... Ну, пане Андрію, постривайте, я ж розумію, що наказу не було. Просто пан Турчинов чи пан Порошенко, він просто не підписав наказ, і вони просто не мали права навіть туди піти. Але, знаєте, це така риторична історія. Це окрема кримінальна справа щодо державної зради і чиновників, і саме цих СБУшників, і інших там персонажів. Якщо СБУшникам не було приказа брати оружие і йти відставити Крим, тоді СБУшники повинні були взяти оружие і пойти арештовувати Турчинова і Порошенка за государственну зміну. То есть, в любом случае, они проявили трусость, изменили своей присяге. Так вот, вот эти трусы, изменившие свои присяги, создали себе дармоедскую контору. Да? СБУ Крыма. И... территории нема, а бюджет есть. Да, бюджет есть, звание, все есть. Кстати, они мне как-то привет передавали, СБУшники Крыма. И... Я тоже вам привет передаю. Мне донесли доброжелатели, сказали, когда-то, когда я только занялся делом Муравицкого, что ты сильно много болтаешь, тебе передает привет СБУ Крыма, и мы усилим, наверное, житомирское СБУ, чтобы ты тоже сел. Ну, вот. Так вот, к чему я веду, почему я рассказываю так, эмоции. Поэтому это сборище дармоедов и трусов, которым нужны что? Показатели. Кого-то ж надо ловить. Ну мы ж не будем, да, положа руку на сердце, они ж не пойдут ФСБшников отлавливать на территории Крыма. Да, или... они, я думаю, что не пойдут, наверное, на территории Украины. Да, да, ФСБшников отлавливать. Или останавливать поставки нашей рябы и конфет Роше. Вы же розумієте, що якщо от проти журналіста кримінальна справа, це ж просто. Публічна людина, всі знають, де він живе. Є його матеріали, статті, він ні від кого не ховається, не видумує якісь усілякі там трюки, як піти від співробітників Служби безпеки України. А тут, якщо терористів реально яких ловити, чи там ФСБшників, чи когось іншого, тут треба ж працювати. І я чомусь за ці роки не бачив такої кримінальної справи, яка визивала довіру і показувала, що там дійсно люди працюють і когось ловлять. Теоретично, якщо дивитися... А убійство Бабченка у вас довіри не викликає? Ви знаєте, як я дивився на цю комедію, чи трагедію, я навіть не знаю, як це назвати, в якому жанрі працювали ті співробітники. Але все ж таки, ну мені важко, важкувато. Вот. Так к чему я веду? И вот решили они тоже в свое время арестовывали Кирилла Вышинского. Вы помните, это начальник здесь МИА «Россия сегодня». Значит, его арестовали. А для чего Кирилл Вышинский до Владимира Скачко? О, то вы, там сложная схема очень мощная. Вот. Арестовывали, был Кирилл Вышинский на слуху. Мы занимались его освобождением, в том числе. Снялись его арест, и он смог по обмену уехать на территорию Российской Федерации. Так вот, крымские СБУшники, которые в Крыму не находятся, решили по этой конве Кирилла Вышинского и заодно взять Скачка Владимира Сергеевича, журналиста. Ну, ни для кого не известно, что журналист этот оппозиционный, конфеты Роше не ел принципиально, Томосу не молился, и портрет светоча нации Петра Алексеевича к больным местам не прикладал. А писал статьи о том, что критиковал, сомневался в войне с Российской Федерацией. Ну вот человек читает... постановление Совета Безопасности ООН, а там про войну Российской Федерации не написано, да? Вот всякие плюсы, там, ТВ, вот эти прочие сточные канавы рассказывают про войну с Российской Федерацией, а Скачко не рассказывал. Скачко рассказывал про коррупцию, про уникальный завод кузня на Рыбальском, она же Ленинская кузня, вроде так, которая мастерила суперулавливатели Путина. На эти улавливатели Путина выделялись бюджетные деньги и всякие свинорылы. И по дивному випадковому збігу обставин цей завод належав 5-му президенту України. Так, да, он принадлежал слепому трасту. Слепой трасс. Який, в свою чергу, належав Петру. А слепой трасс был слепой, и он не знал, кому он на то и слепой. Вот. И судили, рядили доблестные наши погононосные тихушники и решили привлечь Скачко, нашего товарища и подзащитного, к уголовной ответственности по статье 110 «Покушение на территориальную целостность Украины». Часть 2 и за журналистскую... Я так понимаю, в особо крупных размерах. Да, в особо крупных размерах покусился на территориальную целостность. И там не шутки, 10 лет тюрьмы светит. Учитывая, как штампуют приговоры самые честные суды Украины, реформированные, уже, кстати, Зеленским. Але все ж таки, ви в матеріалі щодо конкретно цих статей, тому що і Муравицького такі статті, і в нашому випадку, і нашого колеги, авторитетного журналіста українського Володимира Скачка, такі статті Кримінального кодексу. Я, в принципі, вважаю, що за часів Порошенка такі статті Кримінального кодексу від правоохоронних органів – це така собі журналістська премія просто. І дійсно, якщо от аналізувати, якщо при Порошенку видали йому якийсь там журналістський там глобус чи якась там премію офіційно там нагородили, ну, тоді, можливо, зробити було висновки, що це журналіст якийсь, ну, провладний, якийсь продажний. А якщо кримінальна справа, тут гарантовано нормальна, адекватна людина, от з моєї точки зору. Але все ж таки, якщо от до суті звинувачення, якщо порівняти і Муравицького, і справу Скачко, чому, наприклад, у справі Муравицького є якісь заяви міжнародних правозахисних організацій, Amnesty International, таке інше. А от у випадку Володимира Скачко немає. Чому така вибірковість у цих американських правозахисних структурах? Эти структуры, с ними тоже надо работать, Дмитрий. Они тоже работают по принципу суда. К ним надо обращаться, им надо предоставлять доказательства. Они изучают эти доказательства. Такое количество, просто массовое, людей, которые гребло СБУ, крымские всякие, и прокуратуры, такое, что, ну, не справляется правозащитная организация. Мы же знаем, что это такое. Там, в которых хороших организациях, и мы с вами с ними общаемся, там нету такого количества людей. Там волонтеры, там нет бюджетов, званий, пенсий. Да, это во-первых. Во-вторых, дело Муравицкого было примерным делом, поскольку дела Скачко, Вышинского и прочего шились одними и теми же нитками. Там фразы просто, там одни и те же методички, там опять-таки лингвистические экспертизы, которые устанавливают. Вот Порошенко алкоголик, да, в статье. Это покушение на территориальную целостность или нет? Вот в этих делах Порошенко, наверное, алкоголик, квалифицируется как покушение на авторитет украинской власти. Понимаете? Все по одним лекалам. Мы что надеялись, что сменится режим Порошенко, и мы, в том числе и Скачко, столько было сделано, столько крови, пота, сил было потрачено на то, чтобы свергнуть этот режим шоколадных конфет. Приходит Зеленский, ну это ужас, знаете, гайки-то вкручиваться начинают больше. Он не то, что тех людей, которые стряпали материалы против всех нас. Он их повышает дальше, он их оставляет на своих местах. Еще один узник совести Павел Волков взял инициативу, собрал подписи политических узников, перечень взял политических узников, собрал подписи авторитетных людей, в том числе из-за границы правозащитника, отправил Зеленскому: ознакомьтесь, пожалуйста, творились репрессии. Зеленский это все раз и переслал в прокуратуру, та в СБУ, и все это дело похоронил. А от, пане Андрію, а от які будуть наші дії щодо все ж таки висвітлення цієї справи? Можливо, ми почнемо з звернення до президента, з листа до пані Венедиктової та інших структур, для того, щоб вони просто звернули додаткову увагу на цей кричущий факт беззаконня. І таким чином все ж таки можливо якось виправити психічно здоровий такий напрямок, яким чином цю ситуацію. Як ви вважаєте, з чого нам потрібно почати? Ну, смотрите, я скажу сейчас крамолу, но я должен сказать, что во время режима Порошенко проще было, наверное, освобождать людей, поскольку Порошенко был политической фигурой. Он был политической фигурой, и когда на него оказывалось давление со стороны Европы, чтобы не терять свое лицо, бизнес и прочее, он иногда шел на уступки, и много кого освободили именно при Порошенко, да, поступила команда. Ну, я тут не погоджуюсь, тому що там точно команди з сторони Порошенка не було. Ну, там була команда зі сторони Європи. Так я ж про це говорю. Зі сторони Європи. Зеленський політичною фігурою не є. Он просто говорящая голова, да, он не является абсолютно тем человеком, который может принимать решения. Венедиктова, которая начала реформу прокуратуры с того, что говорит, надо форму им пошить. Вот тогда они честными станут. Я к ней обращался, к Венедиктовой, по другим делам. И пишу ей: обратите, пожалуйста, в Житомирской прокуратуре, смотрите, что творится. А она, знаете, что делает? Мою жалобу на Житомирскую прокуратуру она направила на рассмотрение Житомирской прокуратуры. Все, ставим хрест. Венедиктова, Зеленский, ставим хрест. Тобто ви на Житомирську прокуратуру скаргу направили, і цю скаргу буде розглядати Житомирська прокуратура. А як це? Ну, спросите у Венедиктовой, вона же професіонал. Вона форму просто шьет зараз, на швейній машинці зайнята. Що ми вже зробили? Мы нашим друзьям в Швейцарию, в сеть солидарности, написали обзорное письмо и отправили по делам, по фейкам коронавируса, по Скачку и прочим. Мы начнем все-таки давление оттуда, и когда в следующий раз зеленый президент поедет в Швейцарию, в Давос, рассказывать, что... пожалуйста, приезжайте к нам со своими деньгами, чтобы адвокаты, швейцарские правозащитники могли сказать: Володя, Володя, посмотри, а если наш клиент напишет в Фейсбуке что-то, он же сядет в тюрьму, не дай бог. Володя, мы не поедем, даже если ты будешь давать нам няньку личную. Вот. Мы начнем давление со стороны Европы. У нас же, знаете, в какой мы зашли тупик по делу Скачко юридической. Следствие по его делу приостановлено. Почему? Потому что он как бы скрывается. То есть у тебя два пути. Приезжай в Украину, мы возобновляем следствие, но ты заезжаешь на Лукьяновку, либо будь в бегах. То есть здесь такая вилка. Нам надо посоветоваться со Скачко, здоровье у него не самое лучшее. И выдержит ли он несколько лет тюрьмы при таком аморфном президенте и швее генпрокуроре, сомнительно. Поэтому мы сейчас максимально оформим его кейс в странах Европы. И тогда, когда у нас будет аргумент, чтобы оказать политикой дипломатическое давление на господина Авакова, Коломойского и Ахметова, то есть я перечисляю тех лиц, которые реально руководят страной, да, чтобы они позвонили господину Зеленскому и сказали... Чем Венедиктовой напрямую. Или Венедиктовой напрямую и сказали там... Что-то треба решить. Да, надо освобождать, а то на нас что-то тут в Лондоне криво смотрят, руку жать не хотят. Говорит, коронавирус, но они что-то очень долго брызгают освежающим средством. Але все ж таки, я думаю, що коментар офіційний від прокуратури та Офісу Президента теж необхідний. Для того, щоб ми просто нашим глядачам показали, яка відповідь буде від офіційних структур держави на от таке фактичне знущання над свободою слова. Як ви вважаєте? Ми запрос, звісно, дадим, але я недавно в собі відкрив дар предсказателя. Я можу розкинути карти і наперед вам сказати їх відповіді. Значит, ответ от президента будет такой. Президент всего лишь президент, и Конституция не дает ему право втручаться в следствие. А Венедиктова пошлет в Крым нас. Давайте все ж таки дочекаємося цієї відповіді і розберемося. Все ж таки, дійсно, можливо, буде і саме така відповідь. Дай Бог. На що перетворився силовий блок України? Зґвалтування, вбивство, мародерство, переслідування журналістів. Це далеко не повний перелік предметів так званої гордості наших правоохоронців. Чи хоче політичне керівництво України дійсно змінювати стан речей? Напевно, що ні, бо такі СБУшники і поліцейські – це основа їх безпечного благополуччя. З цим потрібно нам всім щось робити, громадянам України. З вами у студії програма «Презумпція винуватості» були Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий. Побачимось на наступному тижні.